Белградский партизан одолел «Спартак» субботица в чемпионате Сербии 2-1. Оба мяча забил нападающий Рикардо Гомеш. На его счету также гол в ворота «Шерифа» в прошлый четверг. Рад тому, что показали содержательную игру и завоевали 3 очка. Соперник местами был очень активен, но мы вели игру. Удалось быстро перестроиться после Еврокубков, но на следующей неделе нас ждет еще один очень важный матч. Чемпионат Молдавии пока на паузе. «Шериф» готовится только к ответному матчу с «Партизаном». Игра пройдет в четверг в Белграде. В первой встрече «Шериф» создал много моментов, но забить не сумел. Мы стараемся играть быстро. Я прошу этого от футболистов. В матче с «Партизаном» у нас получалось атаковать. Было достаточно много моментов. Соперник не выходил от своей штрафной. В ответном матче «Шерифу» сможет помочь нападающий Рашид Аканби. В первой части сезона в Еврокубках он забил 4 мяча. С «Партизаном» в Кишиневе Аканби не играл из-за дисквалификации. В «Шерифе» счет 0-1 не считают приговором. По словам тренера и игроков, команда должна показать атакующий футбол в Белграде. И при этом на поле действовать самоотверженно. За счет чего в Белграде можно будет выиграть и пройти дальше? За счет желания, самоотдачи, бойцовских качеств, которого мы выкатываем. Билеты на матч «Партизан-Шериф» активно продаются. Самые дешевые – 25 евро. Стадион «Партизана» вмещает 32 тысячи зрителей. По прогнозам, на матче он будет заполнен на 3/4. Отдельная трибуна будет отведена фанатам хозяев, которые известны всей Европе как очень шумные и агрессивные. На матче будут присутствовать и болельщики «Шерифа». Часть из них планирует добираться самолетом из Бухареста. Еще одна группа выезжает завтра в Белград на автобусе.